Глава кубанской столицы Евгений Первышов также поздравил участковых с 96-й годовщиной образования службы. На съезде мэр рассказал, что в городе откроют 3 новых участковых пункта полиции и вручил ключи от одного из них в поселке Краснодарском начальнику отдела Сергею Молчанову. В прошлом году администрация уже передала полиции 7 помещений для этих целей. За помощь в развитии сети участковых пунктов начальник главного краевого управления МВД Владимир Андреев вручил Евгению Первышову официальную благодарность. Всего в настоящий момент в краевом центре работают более 350 участковых. На мероприятии глава кубанской столицы наградил лучших представителей этой профессии почетными грамотами и ценными подарками администрации и городской думы Краснодара.